Мы там стартанули, ты видел? Да. Снайперы. Синие. Фантомы. А что там еще у тебя есть? Нео, Вот Акаши, это нормально. Некр, Ну так-то нормальный тип. конечно. Кто у нас лобсов? Демон был, но он ливнул. Сейчас никого нет. Нет, наверное. Я уже посмотрела, что ли. Это что там, деревяха? Нет, это будет, наверное. Или пира. А, ну да, как-то быстро пошло. У нас застрял. Не сагрится. Сука. Прости, не констатно. Как-то странно, что они ТП не сделали. Они же должны были ТП сделать, нет? Это чей застрял-то? Не знаю, хоть чей. Кто-то должен был. Кто-то должен был, да. Странно. Дай отвод. Естественно. Ничего, может, четыре Пять. сразу? Давай четыре. Тоже в этом думал. Хотя бугор. Может быть 3-7. Мы все равно 7 дефаем хорошо. А вот воет, если это правда воет. А то может быть это пира какой-нибудь. И чё? Ну, а ты уверен, что это пира? Нет. Или вой? Ну, кто-то из них наверняка почти. По два убивает. Я думаю, это воет. Нет, не по два. Там, может, что-то достроено еще. Хотя, может, и по два. Нет, по три вот. Там инкомер, наверное, подстроил что-нибудь.
Ты ничего не строишь? Не понял. Мне уже как-то 2 на 2 и непривычно играть. Мне все надо следить, кто с этой стороны что строит. Такая, Деградируешь уже там. знаешь? Нет. Как-то уже скучновато, я бы сказала. Никто ничего не пишет. Могу кидать. А что там тянул? Дам две урсы. Ты мелочь кидай. Ну, урсу и мелочь. И на что там тебе хватает? Так и делаю. Снайперу, что ли, тебе стыкнуть? Давай. Потом апну к седьмому какому-нибудь, чтоб добивал. Орк. Не стакала. Волну стакнула. Не так должны убить. Подожди. Да, изи. Они думают, это арчи. Хорошо, что он в основе. Угу. А вот-вот-то вообще ничего не пришло. Но не хочется лекать, тогда фантомов увидел. Нет, это ТД. Видим. Сейчас я поем. О, на 6-2 наела. Это там сильно хороший деф. Ну пусть это штук 10, наверное. Нет? Неужели пир или такой передеф? Может 8? У нас там. Ну, в принципе, с фантомом назначения не имеет, но... Так. Наверное, делаю Е7-2 и остаюсь так. Должно хватить на снайпера там. Надеюсь. Потому что я все-таки подъедаю немножко. На пятом, конечно, не поем. За 2 левела, я думаю, что-то это будет. Да, как-то ты просел с этим 7-0. Смотри, что они медленно дохнут. Хотя... Ну да, медленно. Так они не строились. Я, кстати, уже на снайпера наела. А что если я тебе апну финика лучше? Не, не надо. Ну он потанкует неплохо. Поставь второго, второго тогда. Уж.
Давай я сейчас второго поставлю, если что, на 7 еще и снайпера апну. Ты все равно сейчас все съешь. Ну, с тебя три фантома апнуты. Это точно. А потом, ну что, хватит. Ну и отвод надо усилить, потому что это не отвод. Боже, бомжи! С тебя ауры. Или что, или 8 пойдем. Так и дай. Ну я что-то заломбить хотела. Ломби. Кидай ауру, я орту кину. Потому что я еще и ауру успею кинуть. Ты орку что ли решил? Нет. А, нет, ну что. Кидай еще одну усу, наверное. А я пробую два хермита, может, сделать. Хотя... Нет, давай... Слушай, ты два хермита. Блин, одинаково просто у нас. Нет, ты быстрее накопишь. Я усу, ты два хермита. Если хватит. 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 А, тебе еще 7-3 на кашу с фантомом хватило? Да. Голды не хватило. Ну, построить тогда здесь все. Ну, то 7-4 и 8 кинем. А, там еще и не гарь. Стан, наверное. Угу. Точно 8 кидаем. Кинг не апнут. Это хил точно один. А так смотрится, как будто и не один. Еще... Нет, один. Я чувствую, что нам придется сейчас что-то докинуть. Да. Сконтролить, видишь, как? В разнобой. Да, они не апают особо. Угу. Сейчас достроиться нормально надо, отвод надо хороший. Ой, мне что-то много пришло. Я отвод не смогу сделать. Ну я что смогла, сделала. Не, ну хотя могу. Ладно, давай сделаю. Сейчас завернуть надо будет хорошо. Чтобы ничего не убежало. Кидай все. У нас, кстати, что на Кингистан тоже, да? Понятно. Перед этим, наверное, сидят. Сидели.
раз это все, что хватило на ак, или они сразу 10 решили кинуть? Может, нам 9 придет? Ну, вряд ли после шестой они должны были прочитать. Сомнительно. Они просто засали кидать 8 со станом сами. Я уже после этого сомневаюсь. Тупо кинга апаем. Все. Что-то деф, кстати, таленький, да? У нас, да. Если бы нам кинули, было бы больно. Ну, им тоже неприятно. Второй хил. А может еще 9 докинуть? А потом кинга апнуть. Можно, в принципе. А то у меня уже как-то прилично. Но если они дефнут, можем не успеть потом апнуть. Ну хотя у нас деф более-менее. Да, можно кинуть. Ну, я тебе еще снайпера поставлю, 10-й. Если ты хороший отвод сделаешь, у нас, в принципе, есть шанс неплохо дефнуть. Тебе вот этого снайпера апнуть и все. Ну, я тебе про это и говорю. Да. Аур бы надо кинуть, хотя бы курса. Тебя там нет, Ну, с я меня скоплю урса на с тебя что-то, да. кинуть. Но урсу-то у меня точно будет. Смотри, какой там отвод. Сразу же начали бить. Там ХДС в отводе, наверное. Что я видел, так играл кто-то. Файлы, что ли? Ну, я где-то тоже видела что-то подобное. Не помню. Может быть, мы об одном и том же думаем. Все, давайте поапать. Ну какой ты там, смотри, подозрительно плохой деф. Он медленный. Ну, если это пира. Кстати, это на пира похоже, реально. Хотя... Ну хотя бы штук 20-15. Ну да, 19. Кинерка. Да как бы не успеем афнуть. Да, успеем, забей. Мы троих должны забрать. Ну хотя бы 15 атаки-то надо, да? 10 хватит. 10 атаки, 10 хп хватит. Сейчас смотри, покажется. Или нет? Чё покажется? Ну там прям тень так.
Нет, Не такого не видел. бывает. Бывает на 8-м левеле, например. Или когда Виверна сюда подходит. Да Вот ладно, я не сюда. видел такого. Я тебе серьезно Как Виверна говорю. сюда может подойти? Ну вот так. Когда окружает, можно увидеть иногда. Первый раз в ЛТД играешь, ты не знал, что ли? Не, я не такой задрот, как ты. Звучало как оскорбление. Дай гнола. Этот вот сделал? Вот слабовато. Ну, виспа поставил. Больше нету, меньше. Ну, надо было тебе мне сказать, я бы вторую карту тыкнула. Да забей, нормальный отвод. Где засыл? Я мелочь стакнула. Да, стак и всю мелочь. Урс всяких. Вот этих вот. Ну ладно, уже так, норм. Блин, что-то какой-то плохой стак. Нормально. Да, нормально. Обожаю расфокус. Да. За расфокус они успели добить. Добьем. Ладно, нормально. Могло бы быть и лучше, я тебе честно скажу. Ну, могло. Сейчас завернуть так. Я ломблю, ничего не знаю. Конечно. Реку там надо дать. Нету тебя на реку? Да дам А попозже. я что, всех забрала, что ли? Получается. Ну да. Ну чё, у меня фантомы в основном. Сейчас регу дам. Я арену кидаю, Класс. короче. Кидай. Я кода дам, ты там телеги какие-нибудь накидай. Да, конечно, по инкому разница ощутима. Да, бугор, рак. Просто посмотри на него и на меня. Да, это пира. Ну я просто 7-9. Отлично. А, это еще и арена наша. Похоже. Да. Вообще приятно. Вдвойне. Прям чувствую, как у бугра горит. Отводить Так, я ну буду что? некрами. Нормально. Я тебе ставлю тогда еще одного тиника куда-нибудь сюда, там, сюда куда-нибудь. И ролю, потому что у тебя танки есть. Может быть, я что-то получше найду. Гокинга запы, 18 тупо.
Ну так и надо. Хотя у них нет хилов. Да? Или один 14. есть? Или есть один? Нету. Можем 14. Кстати, да. И Гарри, считай, нет. Что тут Ого. кинуть-то? Давай 14. Все равно с таким ламбером мы закопим прилично. Даже если не убьем 14, нас уже просто не пробить с этим пиком. Ну да. Но они 12 смогут, конечно, кинуть. Ну и ладно. Ну пох. А потом я не посмотрела. Все посмотрела, кроме кинга. Ты посмотрел 12, кинга? 9, кинг. Угу, ладно. Ну, Ну, слабее, чем у нас. в принципе, я думаю, они бы побоялись кидать 12. Я бы побоялась на их месте. Да, должны, по Кинга, да, идее. было. Просто бугор отбитый, Хотя, хер знает, что он да, хотя может это сделать. бугор. Без хилов кидать 12. Без уэлью. Но если бугор это сделает, я, конечно, очень удивлюсь. Может, мне танка сейчас поставить тогда, раз мы боимся Какого? вот этого. Танк у меня есть, да, поставь лучше пару тиников. Продай одного гнола. Кстати, надо двоих гномов попродать. А то сейчас сагрит на 12. Кстати, у меня пика нет. Только нага. В смысле, ты рольнула? Да. А что было еще в том пике? Больше. Тележка. Я уж не помню ничего нужного. Тележка, тиник, снайперы. Ну, как я и сказала, что побояться кидать, конечно. Да и они должны подумать, что если они кинут, то мы просто тупо 7-15 сделаем и убьем их на каком-нибудь там. На любом. Это что за 38 штук? Так, они могут, кстати, кинуть 13. Так мы сами можем кинуть 13. Да, так и Закинем надо. А, 13. не, они вапаются, забей. А, ну, еще проще. Просто 38 штук. Да их на этом левеле убить можно было. Ну я уже не буду 70 делать. Уже смысла нет. Я думаю, это где скоро. Всякий случай. Просто тупо нет пика. До горгули накидаем. Хотя, нет, там зевсы, они их будут убивать, наверное, да?
Так вот, как раз, мне кажется, здесь все горгули не убивают. Ну, тачки точно не убивают, они слишком далеко стоят. Ну вот да, а То есть, горгулии давай могут. много тачек. Давай. У Леонов все равно надо будет пару штук дать. Конечно. И пуджа. Давай по Пуджу. И там тупо Волка хату. еще. Ну, я знаю, ты любитель волков. Ну и мелочи, наверное. Ну, можно попробовать так, на разбег. Хотя здесь, не знаю, разбег бывает, нет. Да не, на 14-й. Это просто чисто Просто на так, боте на бывает. массовочке. Ну там всяких тени кодов тоже надо кинуть, кстати, кинул. Я Урсу так кинул. Ну еще кода скопится у меня, наверное. А я что сказала, тени кода? Да. Хермита. Прикольно, если можно было тени кинуть. Хотя он Да. слишком медленный, сука. Я такая сижу, думаю, что же я такое сказала? По-моему, что-то не так. Думала, что да, третьего тени не хватило и сказала тени. Все, можно 7-15 ловить. Если они выживут, то нельзя. Можно. Да. Круто. Да это не игра. Да, это конец. Вот сейчас соло это проблема, мне кажется. Я уже разучилась в соло играть. Так идут прям. Тянется все не очень. Куда капаешь-то? Зачем ты это делаешь? Без Я апов. хочу 305 инкома. Контроль просто шикарный. Блин, не успела. Не, наверное, думали мы 17, кстати, идем. Не, походу хотели 16 или куда-то там хз кидать. Че, Глада 2 на 2 не хочешь поиграть? В смысле? Какого Глада 2 на 2? Гладов. А у нас есть Глады 2 на 2? Мы Гладами будем 2 на 2. А, так ты вечером приходишь. Ну да. Мы с тобой по времени не совпадаем вообще никак. Есть такое.
Если бы ты приходил раньше, так так-то без проблем. Ну, видишь, я могу 2 дня только играть, а 2 не могу. Какой ГМ? МД. Ой, сколько я мод. Сколько лет назад я писала мод? О, боже, какая имба. Я даже не знаю, с чего начать. Это как-то слишком сложно. Что сложного? Что есть? Морфы, айстроль, мишка полярный и воет. Хз. А у тебя что? Вообще, по идее, Свой, да. надежнее свой, да. Но интереснее с морфа. У меня есть одна беда. У меня Коль. И я в упор не помню, как его строить. Я тут играла против Лёни один на один Глада. И, короче, слила из-за того, что у меня Кольт все заруинил. И тут я поняла, что я вообще забыла, куда его строить. У всех остальных-то это не проблема. Вот именно Кольт меня смущает. Я просто помню, что я его куда-то вот сюда строила. Вот вот сюда, вот посмотри. Где-то вот здесь. Но я пропорции не помню. Ну Что-то да, я там там же примерно ставлю. 1 на 4. От зеленого две клетки влево и полклетки вверх. Что-то там какой-то медленный Там дом. одинаковое что-то, походу. Угу. Ну или не одинаковое, а какие-нибудь, может, 2-5. Ну, У что-то тебя они совсем сколько одинаково бьют. одинаково? Год два. Давай. Может, и два дерева. Не знаю. Показывай. Так, подожди. Две клетки полные, да? Не полклетки, как я считаю. Хз, ставь куда-нибудь. Вот так? Не левее. На полклетки, вроде. Левее. Не знаю. Но если я сюда поставлю, он сагрится. Да, донагрится хоть почти из угла, из Вот самого. ты знаешь, в чем суть? Эта тварь Стакай агрится, только когда не хорошо. надо. Хера мне пришло, блядь. На мне ничего не пришло, тебе постакаю. Главное, мне самой стакнуть хорошо, чтобы у меня ничего не ушло. А я как-то хреново стакнула вообще, блядь. Забей, ты и так дефыш. Наверное. Я достроилась. У меня такое ощущение, что нет. Хотя нет, да. Блядский кот. Я сейчас сгорю просто. Вот там фантомы. О, на 3 надо кидать. Интересно, хватит ли мне на 4-0? Надеюсь, что да. Я так подозреваю, может быть, это были 2 тиника. И один пристроил фантомов, а другой... А, блин, это же Лина. Точно, Лина. Неужели Он Лина, спалил блядь? что-то.
Да, там Лина была. Ты не видел? А что тени и Лина разве одинаково были? Есть хермит. Есть, урса будет. Наверное. Что за бот? Четвертое, что лагает? Что-то Наверное. подлагивает. У меня идеально вообще второй. Я не знаю, почему у меня второй стоит. Всегда на четвертом играю. Если стрим работает, то у меня вроде да. Прикинул? Да. Не хватило, пришлось хермита кидать. Я надеюсь, пожалуйста, Кольт, я тебя прошу, пожалуйста. Давай нормально сделаем. Будь человеком, прошу тебя. Ну, хотя бы так. Ничего, надо 5, наверное, кидать и апаться. Кинут походу. Этот кольт мне все настроение испортил. Запустила там лучница одних. Но было неприятно. Это бы был не то, что деф в ноль. Это бы я за тобой еще поела. Прилично. Все бы, Та, наверное, чтоб стоило. мне не хватило на виспада. Тебя подстраховать на 5 или не надо? Да, нам кинуть могут. Ладно, тогда 5-1 сижу. А, хотя, что-то как будто мне не хватит. Да нет, наверное, хватит. Давай на 5 покидай. Ну да. Если бы не кинула, не хватило бы. Опять стан. Термита, кидай. Ой. Что зависит со мной? Я чувствую, что нам надо апнуть кинга. Естественно. У меня застрял, пожалуйста, стакни. Я КД стак. Сейчас У меня морфы тоже КД сагрится. стак. Бугор, смотри, скликнул.
Чтобы вторая сторона лицо все было прекрасно. У меня старый деф, ну кажись. Волна. Ну тупо 10 кинем и все. А, морфы там еще точно 10 надо туда. Мел очень много Там кинем. Лина, правда? Ну что? Ну что, если он... будет страховать. Не будет. Блин. Просто кинем кучу мелочи и... Я еще знаю прекрасную страту. Против Лины. Я буду дефать, не знаю, муравьями. Ухах. Нормально. И не такое видели. Чего? И не такое, говорю, видели. У меня есть большая проблема. У меня нет отвода. Чтоб туда поставить два морфа. Постакай мне, кстати говоря. Сначала раньше. То это изи же. Все равно. Ну, мне нормально на отвод-то хватило, между прочим. Но я не знаю, как с кольтом. Я, кстати, нашла подход к кольту. Надеюсь, что на 7 он будет так же хорош, как и на все остальные ВВА. Рад это слышать, потому что тебе надо инком убить, иначе нам жопа. На хп-то оставь. Ну, 7 атаки-то надо. Не обязательно, лучше хп побольше было бы. Орк затерся, не статуя орка. Попробую что-нибудь другое статуя. Я убила Урсу. Гаже, а я даже орка не убил второго. Я убила орка и Урсу. И вообще хорошо дефу. Еще бы Я херника нет. убила, но... Ну как? Нормально. Я думала, хуже будет. Семь штук, что ли? Не как ты. 20. Да, ни орка не добили. На хил, похоже, да? Ты хилишь. Лагает у меня, я заранее лучше покину. Смотрите, это не бот, это что-то у нас с компьютером. Все равно все. У меня тоже лагает, бывает. У тебя новый ноутбук, что у тебя лагает? Бот. Нет, у меня не Наверное. Бот лагает. О, мне на веспах хватило. Сейчас, кстати, нам могут еще раз кинуть. И я не страхую. Надо регу апнуть. Я апнул. Хотя и так достаточно. Если что, хп апнем.
Ожидала досылку. Факту. Не дефнешь? Почему не говоришь, чтоб я стакала, я по изи? Смотри. Куда? Там. Вот сюда. Ничего. Все летает. Без досылок тоже. На бугра не очень похоже. Он поменял стиль игры. Или что? Ила. Конечно, Оли. Или посидеть 7-4? Не, 7-5. Что за постройка у тебя корявая какая-то? Вот это мало уставить. Посмотри на мою компактную постройку и на свою. У меня оружие построено как бы. Кидаешь? Да. Короче, кидаем орка и две гули. Зачем гулей? Кидай. Так и мне, хотя у тебя у самого, наверное. Мне Надо у еще тебя стол. нормально все. Мне кажется, это ли двух штук. Кстати, мне кажется, нам кинут самим. Мне тоже так кажется. Давай ставим. А если я сыграю без отвода? Ой, Херовая идея. без АГ. Рискнул без АГ. Или... Или с АГ. Ты что, пул кидаешь? Или... Зря не кинула.
навалить. Найс, я поем. И все же у меня есть. Надо и тебя покормить. Я там на арену кинула. Ну вот, а ты говоришь, что он будет сидеть в передефе и Лина его убьет. Походу не сидел. И зачем Там им сидеть, если они опытся? На 7-7 хватает. 1700 не дефнул, 10. Или он сейчас достроил? Хер знает, я не смотрел. Но По-моему. они не ломбят. А что это, тайм был? Как будто наша арена. Хз Это там. и так наша арена. Ну да. Ну что, я предлагаю за апочкин, да? И 17 пойти. 17. Ну там деф 17. А что там? Фантом это? Тини фантомы. Он ком пустит только. Но этот все пустит. Ну и чё? Ну что тогда ты предлагаешь? Мы можем пойти в 18-й. Вообще тут по-хорошему можно в 20-й уйти, но я думаю, он может уже что-то построить до 20-го. 18-й неплохой вариант в целом. Если у тебя все хорошо, то поставь мне. Тебя Магнус все убьет. Ничего он не убивает. ДПС это сильнее. Изи убивает все это Магнус. Че, апаем кинга, да? Давай. В любом случае. Да, нам в любом случае надо апать, у нас еще не апнуть. Судя по тому, как идет игра. Хотя, ну нахер я лучше
Мне кажется, я еще не совсем разучилась играть. Блин. Нам, кстати, могут 15 дать. Похоже, они так и сделают. Не знаю. Мне кажется, они сразу 17 пойдут. Так, надо Ну что-то... тогда они просядут там 80 инкома. Выбор Надо сидит. что-то решать. Ну ты боишься, что мы в 17 в размене плохо дохнем? Нет, я просто не вижу смысла кидать нам 17. Ну какой кидать тогда? Не знаю, можно Хотя апнуть нет. кинга тупо. Мы сейчас покажем, что мы кинда, конечно, апнули. Ну и го хп заапаем. Давай. С одним хилом 17. Деф, не деф, не знаю даже. Вообще пика нет. Хоть големов строй за 130 и атом. Пять, семь, семь. Поставь и мне, кстати. Немножко не то построил, что надо было. Плохо. Точно 15 дадут. Но я заролила. Там фанты пускают. Ничего особо удивительного. Это, конечно, прискорбно. Ну, 17 деф подъехал. Не хочу опять пускать. Строить нечего. Но если там сейчас они не кидают 15, то получается, что бугор заломил, и он со своими 83 инкома вообще не будет иметь value на 17. Это да, но у него такой пик, что он все равно много не пустит. Допустит. Ну, какая разница? Можно все равно в размен дать и все.
Они все равно нам будут кидать. Или 15, или 17, выбора сильно особо нет. Ну да, придется кидать. Ты как-то слабо дефаешь так вообще. У меня тут армия этих слоу. Ну, демон, кракен и что-нибудь еще Мне плюс. нечего достроить. Могу двух Достраивай акалитов. хоть что. Птицу еще одну достраивай. Тролля, ну, хоть что. Кинем очень мало хз. Нормально. Не, херово дефну, танковки нету. Придет очень Ты что много. минус моралить начал? Ну просто я хз, как нам выживать. Мне одного минус моралера достаточно. Ты только не начинай. Сейчас как дефнем. Знаешь, сколько придет? Нормально. Там бугор минимум Там 7-10 бугор сидит. 7-5 сидел. Ну так уже он не 7-5, они кинга вообще не Ну значит, апали. если он не 7-5, значит у них не апнутый кинг и нет вэлью. Ты это понимаешь? И быстрее они сдохнут, чем мы. Кидай. Ой, все. Как они быстрее сдохнут, если у нас хила Давай, нет? кидай. А какой ты там быстрый, да? Может, там его второго тоже фанты. Что-то второго кракена, да, финиш? Угу. А я, скорее всего, не успею. Мы посмотрим сейчас. Что-то то успею точно. Успеешь. Да, успела. Кинь там ауры, может, сухи. Ну, всё кинул. Ну что, мне демон, три краки, два леона. Все. А чё, это мало? А у тебя сколько пришло? Так же. Кто по конченому все вышло, как обычно. У меня нормально. Да, легенда апывать.
Андеф. Ну, я же говорил. У тебя хил. Ну, это ГГ, как бы. Да, хила второго не хватило, так бы дохнули. Вот если бы ты, конечно, не совершал эти ошибки. Какие? Я-то неплохо дохнул. Ну, когда ты там пустил, сказал, не то построил. Так не факт, что я все равно не пустил. Ну, ты там на следующем из-за этого пустил. Следующее не пустил. Пустил. Знаешь, в чем на самом деле ошибка была? В том, что ты атаку слишком много апнул на седьмой. Ну, может и так. Ну ладно, не важно. Еще кто-то или все? Но я здесь больше никого не вижу. Спартан говорил, что будет вечером, но его не вижу. Сейчас напишем. Я, между прочим, апнула атаку один раз. Ну так нам и не хватило там чуть-чуть. Ладно, никого нет. Потом, если что, пиши. Ок.